Сквер Попова, что главпочтамта планируют обновить в этом году. На благоустройство собираются потратить 40 миллионов рублей. Популярное у горожан место для прогулок вошло в федеральную программу по улучшению городской среды. Кто этим займется, в середине сентября определит тендер. Пока план реконструкции определен лишь схематически. В сквере планируется заменить тротуарную плитку, разбить клумбы и газон. Особой строкой в техническом задании прописана установка светового фонтана, который в перспективе должен стать полноценным водным. Также потенциального подрядчика просят заменить наружное освещение, при этом оставив чугунные опоры фонарей. Конкурс среди соискателей такой работы пройдет 13 сентября. Работы планируется завершить до Нового года. Мы будем двигаться по улице Пушкина, улучшать там тротуарные поверхности, улучшать там зону пешеходного движения. И так дойдем до площади, где расположен памятник Александру Сергеевичу Пушкину. И хотим эту площадь возле памятника Пушкину улучшить для того, чтобы она стала таким же притягательным элементом города, как и сквер Попова.